Саня, ты в порядке? Ты в порядке? В порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты в порядке? Ты в порядке, Саня? Саня, ты в порядке? Ты скажи нам, ты в порядке, Саня? Вот открыли окошко, как твой анус потрепал немножко. Он родил твою квартиру, он настроен, был невинно, Саня. Ты слегка хотел ответить, но бицуха была против. Привет всем, дорогие друзья! С вами снова Крюге ТВ, вернемся немножко опять на низкие боевые рейтинги. Ну, вы знаете мое особое пристрастие к этим боевым рейтингам, потому что они веселые, прекрасные, и с них, в общем-то, можно получить море фана, не вкладываясь в игру вообще никак, по сути. Ну и особых знаний на них тоже не нужно, хотя, конечно же, опыт очень сильно упростит вам игру на этих машинах и сделает ваш нагиб еще более ярким и запоминающимся. И сегодня поговорим о, как по мне, так самой имбовой, самой лучшей машине на боевом рейтинге около единицы, а именно об M3 Stuart с боевым рейтингом 1.3. Чем же именно эта модификация отличается и почему именно ее я бы советовал народу? Да потому что она является самой сбалансированной и напичканной новшествами машиной на своем боевом рейтинге. Итак, пройдемся по характеристикам и начнем прежде всего с орудия. У нас 37-мм пушка М5. Она будет известна вам по многим машинам на данном боевом рейтинге, у нее огромный боезапас. И стреляет она только бронебойными сплошными. В общем-то, это не особо плохо, потому что сплошные дамажат плюс-минус сойдет. У них довольно неплохое пробитие, это 78 мм в упор и 59 мм на 500 метрах. То есть даже французов каких-то типа бронированных мы пробиваем. Проблема в том, что от них часто идут всякие рикошеты. И непонятные непробилы тоже, в принципе, случаются. Но в остальном пробитие за глаза плюс... Неплохая скорость полета снаряда, 790 метров в секунду начальная. Ну и, конечно же, стоит сказать, что у этого орудия все остальное тоже в порядке. Это, естественно, перезарядка в 2,9 секунды на этом-то танке, углы наводки в минус 10 градусов, что позволяет вам при необходимости потанковать от башни и 20 наверх. Ну и скорость поворота башни тоже очень даже ок, это 20 градусов в секунду. Для вот этих низких боевых рейтингов в совокупности орудие хорошее или очень хорошее. Естественно, это делает М3 Стюарта сразу по этому показателю одним из лучших на боевом рейтинге. Что можно сравнить с этим орудием? Ну, разве что 45-ку или немецкие какие-нибудь орудия. И в целом все, потому что те же французы и японцы, ну, это особый вид извращения, которое не может подарить настолько яркие положительные эмоции в большинстве своем. Там все это дело будет крайне смешано. Ну, естественно, у меня на данном агрегате стоят асы. Теперь же, что касается бронирования, ведь не только орудием мы будем сыты на данном танке, и это действительно правда. Толщина брони как корпуса, так и башни здесь очень хороша. 38 мм лоб и 25 мм борта и корма, что дает нам возможность танковать очень даже годно. По крайней мере, французов, например, вообще без проблем. Единственная, наверное, проблема у Стюарта такая прям очень яркая, это комбашенка 25-мм, естественно, подбашенное пространство, и ВЛД наклонная, которая всего лишь 15,8 мм. Итого при ведёнке там 33 мм, куда вполне можно его пробить. Но те плоскости, которые практически не обладают наклоном, они 38 мм или вообще 44. Итого, в итоге танк в лобовой проекции защищен где-то на 35-50 мм. Ну а с бортов опять же там 25, но, к сожалению, танковать ромбом особо не выйдет, ибо форма корпуса у него довольно своеобразная. То есть, что это нам дает? Во-первых, это какая-никакая защита от всяких там 20-мм пушек. Может быть, не в упоры, может быть, не всегда, но тем не менее. Также этот танк практически никак не пробивается всякими там пулеметными зенитками, ну просто некуда, его возможности для них не находятся. Ну и, конечно же, это позволяет даже какие-то более-менее приличные снаряды иногда отбивать. Ну, правда, это уже скорее исключение, чем правило. То есть броня у этого танка на невысоких боевых рейтингах очень даже ок. Понятное дело, что она не предназначена для танкования вообще всех пушек любых калибров, но она держит неплохо удары от каких-то плохих орудий, а остальное бывает рикошетом и так далее. Касаемо компоновки, этот танк также один из самых приятных. У нас 4 члена экипажа, и получить ваншот
Это не очень просто, потому что хоть они и довольно плотно расположены, но мы знаем, что на данном боевом рейтинге орудия в основном вообще никакие. Ни по заброневому, ни по пробитию. Ну и, соответственно, либо пробьют на излете и посечет лишь вторичными осколками. Ну, либо, конечно, случаются ситуации, когда может забрать там двух членов экипажа. Ваншоты же сами по себе происходят не так часто. Плюс иногда может во лбу защитить трансмиссия, ну а в борт вот тогда уже и да, можете словить. Боекомплект же находится в задней части корпуса, так что с ним проблем особо не возникает, как и с топливными баками. Так что в итоге М3 Стюарт обладает хорошей живучестью, и довольно неплохим бронированием. Плюс к этому уже у нас есть отличное орудие. И в итоге уже все неплохо. Теперь же немного о подвижности. У нас в реалистичных боях 262 лошадиных силы на 12,6 тонн. То есть это больше 20 лошадиных сил на тонну. Там вообще порядка 24. Он летает только в путь. 50 км в час максималка, единственное, что ограничивает его передвижение по карте со скоростью ветра. Это, конечно, не БТ-5, но он все еще очень быстрый. И самое главное, у М3 Стюарта есть стабилизатор. Да-да-да, на боевом рейтинге 1.3 есть стабилизатор. Он, конечно, работает только на невысокой скорости, одноплоскостной, и по сути работает, ну, почти как плечевой упор, особой разницы я не заметил, но тем не менее, у нас и быстрое время перезарядки, и хорошие углы наводки, и какая-то броня, и подвижность, и плюс стабилизатор. Это делает из М3 самый имбовый танк. Потому что что? Да, есть БТ-5, он супер быстрый, орудие у него тоже неплохое, но нет никакущей брони. У французов орудия никакие, у японцев тоже все своеобразно. У немцев там как бы пазики вторые, да, неплохо себя чувствуют, потому что двадцатка. Но если сравнивать с чем-нибудь похожим, то никаких особо нормальных аналогов не найдется. Ну, чехи разве что только, да и то, они медленные, а мы гораздо быстрее. Так что по итогу М3 самый универсальный, да и со стабилизатором. Это опять же, вот повторюсь, огромное преимущество, тем более для игроков, которые только начинают и могут там поздно заметить противника или еще что-то. Позволит навестись, выстрелить и, естественно, уничтожить противника в этом случае. Но, опять же, не стоит забывать, что броня 38 мм. О ней было сказано много лестного, но это все-таки не те цифры, на которые прям можно полагаться, сломя голову, лететь куда-то вперед. И да, иногда получается, что вы можете залететь там один в троих, в четверых, раздать одному туда, другому сюда и выйти из схватки победителем. Но, опять же, это все-таки скорее исключение ввиду плохого скилла противников. Потому что на данном боевом рейтинге, понятное дело, может обитать довольно большое количество новичков. И стремиться к тому, чтобы вот так вот влетать, не стоит. Играя смешанным образом, то есть когда надо, можно влететь и всегда, в принципе, держаться на передовой для того, чтобы свои фраги, естественно, пожинать, но не подставляя сверх меры, вы получите максимальную отдачу. И машина позволяет так играть. Если вдруг при каких-то обстоятельствах захотите пострелять вдаль, то, опять же, это одно из самых неплохих орудий для стрельбы на большую дистанцию. Потому что и начальная скорость полета снаряда неплохая, и сохраняет он ее тоже достаточно неплохо. И стрельба на 1,5 километра на каком-нибудь линии Мажино может вам помочь. В общем, по М3, я думаю, все объяснил. Брать ли эту машину, я думаю, да, обязательно стоит покататься. Вообще, американцы ранее очень неплохо себя чувствуют в боях, у них много интересных и довольно имбовеньких машин. А как вы считаете, достойна ли эта машина звания имбы? Ну, педобирской, возможно, какое-то. Или у вас какое-то другое мнение, и вы знаете еще более крутую нагибалку, ну, не считая, конечно, автоматических орудий на этом уровне. В общем, комментарии открыты, обязательно оставьте там свое мнение и не забудьте про блогерскую чепуху. То есть лайки, подписки, репосты, мутятся, крутятся, а я буду для вас делать контент в усиленном режиме. Также не забудьте написать, какие машины вы хотели бы увидеть, ну, кроме Ягпантеры и Яга 4.5, я это все видел, ну, пока не знаю, возьмусь или нет. Может быть, еще какие-то есть у вас желания, я это все посмотрю, ну и решим, будем что делать или нет. На этом на сегодня точно все, и всем пока-пока.